счастье. Выбирай Индилайт. В кабинете у психолога. Наташ, может, пойдем отсюда? Ну зачем нам этот семейный психолог? Ну правда, ты же знаешь, я ко всей этой психологии, ну, не очень. А ты ко всему, что не вяленое, не очень, Сереж. Да. Ну не верю я в эту психологию, и все. Ну конечно. Не может человек одновременно психологию верить и в рептилоидов. Одновременно и Пасху, и Хэллоуин отмечать может, значит. Да не отмечала никакой Хэллоуин, это просто на лице у меня маска была из красной глины. А ты реально на тыкву была похожа. Ты, может, свою тыкву-то на час прикрутишь, а? Ты не забывай, зачем мы здесь. Нам родная дочь внука не дает на выходные. Все из-за тебя. А ты думаешь, почему вот твоя версия, а? Дура, потому что. Вот. Вот. Это... Никитка материться стал. Это же он кого-то копирует. Он... Яблочный сок сугубо из стопок пьет и занюхивает хлебом, а потом бегает по садику и ругается, что сахар подорожал. А может, он материться стал, потому что ты в ванной не закрываешься? Да, конечно. А по-твоему, нормально, что ребенок 4 года поляков ненавидит? Психолог, ну, давай хотя бы на час притвориться этой слащаво-блевотной семьей, которая в пятерочку за ручку ходит. Здравствуйте. Здравствуйте, я Елена Сергеевна. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, добрый. Так, а вы у нас Валенцовы, да? Да, да. Однофамильцы. А как? Чьи? Что чьи? Ну, ты сказал однофамильцы, чьи зая? Ну, друг друга, малыш, это шутка такая, чтобы, ну, атмосферу разрядить немножечко. Ну, давайте начнем сеанс. А понимаете, у нас у дочки внук. Ой, это внук говорю. Сын, это у нас внук. Получается, вот сукин внук. Ой, дочкин сын. Любимая, ты, конечно, мысль свою доносишь хуже Кучеры. Короче, дочь не дает нам видеться с нашим сыном. Если это, говорю, сыном. С нашим внуком. С нашим внуком. Наша так называемая дочь. Ну вот, сейчас понятно объяснил. Если я правильно все поняла, вы хотите проработать свои отношения, чтобы вам разрешили общаться с вашим внуком. Не-не-не, нам нужна справка. Справка. Напишите, что мы нормальные. Все, больше ничего не надо. Чтобы этой твари в рожу вот так сунуть, когда нам не дает внука просто. Что у нас справка есть вот. Ну, разумеется, это все не бесплатно. Как вы относитесь к вяленому судаку? Фу! Фу, Сережа! Вонища такая. Ну ты чего, солнышко? Ты утром же сказал, что выбрасывать будешь, а сейчас сюда приволок. Да он нормальный еще, я не понимаю, что вы. Так, что насчет справки? Это все будет зависеть от итогов нашего с вами разговора. Если вам не дают внука, возможно, в ваших отношениях есть какие-то проблемы. Вы чего? Мы любим друг друга безбожно. Извините, конечно, я прям вот уже сорвалась. Не могу прям. Вот, все, любим друг друга. Мы идеальная семья. Просто идеально. Нас вот на нас смотришь, вот и сразу хочется справку дать. Для начала я хотела бы вам предложить следующий формат беседы. Это подушка. Подушка. Это вам, пожалуйста. Спасибо. О! А как вы узнали, что у него простатит? Я не совсем об этом. Тот, у кого подушка, тот и говорит. А второй партнер слушает внимательно и не перебивает. Ага. Чего? Ну что, непонятного, зайчик? Ну что ты? Ну, говорит тот, у кого подушка. У кого подушки нет, тот не говорит. Ну это то же самое, как у нас дома. Ну, на кухне, с кухонным ножом. Все-все, поняла, солнышко. Да. Вот ты сейчас могла не говорить, у меня подушка. Да поняла я. Да я говорю, подушка у меня, не говори. Да я сначала все поняла, что ты мне дур-то делаешь. Подушка. Подушка. Сергей, ну давайте, наверное, с вас и начнем. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже с Натальей вместе? Передавать нельзя. Так.
Так, ну... Ты чё? Ты даже примерно не помнишь животное, в смысле котя? Ну хорошо, давайте так. Назовите, пожалуйста, положительные качества Натальи. Перечислите ее плюсы. Так именно плюсы надо, да? Да. А зрение за плюс считается? Нет. Плюсы. Плюсы, плюсы, плюсы. Ну просто скажите, что вам в Наталье нравится. Так, ну что нравится, ну? Это не сложный вопрос у вас сразу. Красивая. Подожди, не мешай, я сам. Ладно, бог с ним, красивая. Раскройте вашу мысль. Раскройте, как? Ну, красивая баба, что? Красивая баба. Для своих лет, как бы. С учетом, что она двоих родила, так... Ну, разбарабанила, конечно, какой-то момент. Ну, понятно. Не Аллегрова. Хотя она младше Аллегровой, но... Зато есть за что ж взяться такая. Ну, пойдет, в общем, я не сильно расстроен. Хорошо, Сергей, спасибо за искренний ответ. Передавайте, пожалуйста, подушку. Умеешь ты, конечно, Сережа, комплименты говорить. Ну, я чуть-чуть приукрасил, чтобы тебе приятнее было. Наталья, пожалуйста, теперь ваша очередь. Что вам нравится в вашем партнере? Знаете, честный. Честный. Угу. Никогда не юлит. Вот я ему говорю, встреть меня с вокзала. А он говорит, не хочу. А я говорю, у меня сумки тяжелые. Он говорит, поздравляю. Я говорю, ты мне денег кинь на такси. И кинул. Вообще я ничего не перевел. Угу. Честный. Люблю его. Хорошо, спасибо. Теперь, пожалуйста, Сергей. Наташ, плюсы надо было, а ты... Я тебя, главное, похвалил. Ладно. Ну, раз такие плюсы, у меня таких плюсов, знаете, о, у меня полно. Оптимист! Оптимист! Каждый день на себя в зеркало смотрит, такая, говорит, пойдет! Пойдет, говорит! Искренний. Искренний. Никогда в тебе не держит, сразу пердит. Гости! Не гости, пердёшь. А мне вот нравится ее постоянство, знаете, постоянство, да. Я вот каждый день прихожу с работы, захожу в подъезд, чувствую, чем-то вкусным пахнет. И постоянно не у нас. Вот вы спрашиваете, как у нас с сексом, да? Она не спрашивала. В сексе зверь. Зверь. Волчара прям. Я бы сказала, даже волк-одиночка. Ой, люблю его, рукастый. Одинаковая всегда, без сюрпризов. Вот домой прихожу, а у нее хлебало кислое. Вот выходной, неважно вообще. Островок стабильности. Каждодневная, одинаковая, вот это вот предсказуемая хлебала. Класс! Угу. Мне очень нравится. Ах ты ж скотина, а! Вот зря я на таком курсе отказала Леньке Тетерину. Да. Зря. Сейчас бы 2 года уже вдовой была, горя бы не знала. А. Он с такой бы медведкой, как ты, раньше бы сдох. А ты у нас прям красавец, прям Бурунов. Да если бы я не забеременела, никогда в жизни бы за тебя замуж не вышла. Ты бы пока не забеременела, ты бы ни с кого и не вышла. Дупло завали, не у тебя подушка. Пошла в жопу. Вот так. Вот так мы никогда себя не ведем. Это не про нашу семью. Да. Мы нормальные, нормальные. Ну, что, дадите нам справку, чтобы нам Никитку привозили? Вы знаете, к сожалению или к счастью, вам нужно еще походить ко мне на терапию. Это вот, которая по 10 тысяч срыла? Да, по 10 тысяч с человека, да. А может, ну ему нахрен этого Никитку, а? Да он во дворе сколько детей. Просто одного к себе заманим и все. Я в хаги-ваги оденусь. Ну или ты, тебе даже одеваться не надо. Вы понимаете, что вы своими нездоровыми отношениями можете нанести ребенку психологическую травму? Если честно, я бы таким, как вы, вообще детей не доверяла. Вы знаете что, доктор? Да.
Сама ты дура. Ага. Да, я это сразу поняла. Сразу, как только ты от вяленого судака отказалась. Это мы плохо на него влияем, видите ли. Это его мамаша СММщица и вот этот папа его, муж-стендапер. На него плохо влияет. Вот кто на него ходит, он в частную школу. Шведский он учит. Нахрена он шведский учит? Он что, собирается шведов уговорить Икею вернуть? Нахрена шведский? Кто его научит за себя постоять? Кто? Вон его в садике дети обижали тогда. Весь вечер обижали, пришел обиженный. Мы потом, да, каждого ребенка столько рифм на каждое имя понасобирали. Теперь эти дети помалкивают, особенно Эдик. Это ты талантливый такой. Да, а ты Настаса придумала. Как и понять-то не можете, что нельзя ребенка в пузыре вот это мыльным держать? Ну, вы же психолог, а? У вас вон дипломов, как у пуделя. Я считаю, что на линии у тебя подушка. А кто ему скажет, что женщина, настоящая женщина, вот должна быть не как с обложки от этого Космополитана, а вот, вот, понимаете, вот такая. Видно, что и работящая, с ней и бухнуть можно. Ведь действительно можно. Да-да. Так. Уже. Так, провернем назад. Можно личико? Спасибо. А вот такая вот. Видно, что работящая. С ней и бухнуть можно, и за Байдена поговорить. Ну вот нахрена в семье стендапера, а? Вот сварочек, оно же гораздо-то выгоднее. Между прочим, он содержит и этого стендапера, и меня, и еще как-то умудряется для себя откладывать. Я не откладываю. Ага, в термосе. Я откладываю. Ну, я хотел тебе этот фен купить, ну, который сейчас все бабы хотят. Как его этот? Полярис. Сережа. Ой, иди сюда. Ой, Сережка, я, по-моему, твоего судака попробовала. Моего судака вечером попробуешь. Слушай, а я прям медовый месяц в Геленджике вспомнила. Помнишь? Ой, мы да. же целую неделю из номера не выходили, если да. понимаешь, о чем. Конечно, мы тогда жестко траванулись. Слушайте, это все настолько отвратительно, что даже мило. Давайте я вам выпишу справку. Да, вот смотрите, так. пишите. Ага. Так было так, Валенцовы, угу. нормальные. Им угу. можно давать Никитку на выходные. Угу. Вот, давайте следующих выходных, что я что-то чересчур Геленджик вспомнил. Пожалуйста, вот вам справочка. А вы судака точно не будете? Нет. Отлично, тогда на выходных будет полная реконструкция геленджикских событий. Пойдем, дорогая. Спасибо. Кайф Карлан, Марин Федунчик, Марина Краев. Это невероятная схватка. Лучшие из лучших. Девять сильнейших экстрасенсов страны с возвращением. Экстрасенсы. Битва сильнейших. 1 апреля в 19:30. Премьера на ТНТ.